Здравствуйте. Обзор на сотовый телефон Apple, iPhone 11, исполнение в белом цвете. Соответственно, давайте по состоянию корпуса пройдемся быстренько. Корпус у нас без дефектов. Задняя часть у нас из стекла, насколько нам известно, да? Не битый, ни сколов, ни трещин нету. Телефон не падал. Блок камер также целый. Стеклышки без дефектов у нас, даже царапок нету. В принципе, по корпусу могу сказать все то же самое, что дефекты отсутствуют. Человек очень аккуратно пользуется телефоном, видимо, в чехле. По экрану скажу то же самое, что дефектов нету, да. Если посмотрим повнимательней, заметим, что даже царапин нету. Про сколы, трещины я даже говорить не буду, они отсутствуют. Собственно, настроил Face ID, видим, что у нас Face работает, телефон разблокируется по моему лицу сейчас. Также в настройках видим, что у нас это версия Ростест и на 128 гигов. К Wi-Fi мы подключились, симку вставили, мегафон, без проблем телефон видит. В принципе, как и любую другую симку, любого оператора. По звукам. Звук шикарный, динамики чистенькие, не забитые, не хрипят. Так, собственно, аккумулятор у нас имеет 84%, что даже очень неплохо. Я бы сказал, даже не критично это. Отвязан от всех учетных записей, сброшен до заводских заранее, готов полностью к работе. То есть можно смело покупать и не беспокоиться за последствия какие-либо. Также покажу, что камеры у нас также работают. Основная и фронтальная камера. Разумеется, тротон есть, он работает. Так вот видно. И можно проверить еще динамик голосовой. Вы позвонили в службу 112 Санкт-Петербург. Датчик приближения также работает. Так, все, телефон полностью исправен. Все, что можно было показать по функционалу и по внешнему виду, я надеюсь, объяснил. Если вопросы уже все-таки будут дополнительные, если возникнут, можете обратиться к нам еще раз повторно в дополнительном видео. Да, кстати, забыл про комплектацию. Самое главное, идет коробка и кабель оригинальной зарядки в комплекте, естественно. То есть, получается, мы имеем за полцены от нового телефона, от рынка, телефон в хорошем состоянии, плюс комплект. Поэтому рекомендую к покупке, берите и наслаждайтесь пользованием.